Доброе всем солнечное утро. У нас сегодня среда, если не ошибаюсь. И я завтракаю. У меня 3 яйца на завтрак вареных. Продолжаю правильно питаться. И я худею. И я уже писала об этом в Инстаграме. И пока что не буду говорить свои результаты, пока не достигну цели. Чтобы вас, так сказать, не вводить в заблуждение и порекомендовать точно, что действует, а что не действует. Сегодня у меня appointment в салоне моем. Я буду делать кое-что на голове, вы увидите результат. И мы заснимем до и после. Я скажу свое мнение, как все прошло. В общем, держите за меня кулачки. Я буду меняться. Ну что, и мой образ на сегодня готов. Остался только макияж. И я должна убрать нежелательные волоски с лица. Так, достаю свою излюбленную штуку. Только вот найти бы. Наверное, закончились, придется резать. Порезала. Хотите много волос? Есть минусы. То, что много волос по-любому. Я дую, потому что довольно жарко и слишком растаявший воск. Я взяла свою косметичку, которую еще не забрала с отдыха от Victoria's Secret. Достану всю косметику и быстренько нанесу макияж. Сняла волоски уже. Вроде сняла нормально. Не знаю, я спешу, поэтому буду быстро краситься. Ну что, мы уже собрались, выехали уже. Чуть-чуть волнительно, может быть, не поймут меня так, как я хочу. Но мы постараемся объяснить. Вы еще не знаете, что будет. Потом увидите. Малыш. Папа. Весь день папа, папа, папа. Как это называется? Коралл-салон. Коралловый салон. Ну что, всем привет. Вот так я выгляжу. Вот такие изменения у меня произошли. Мне очень нравится. Это то, что я хотела. При помощи вот этих Beach Highlights обесцветить и придать волосам более светлый оттенок. Приближенный к моему. Вот. Получилось неплохо. Сейчас поснимаем как раз возле дома. После. Мы снимали до и после. Я вам ставлю, покажу. Очень понравилось. Конечно, пересушились чуть-чуть волосы, потому что у меня был балаяж до этого. Но это не проблема, это решается. Так что, да. Были сейчас уже даже и у друзей. Короче, мы едем домой сейчас. Да, мы выехали из дома с 9:40, и сейчас 2. Офигеть, 4-5 часов на дороге, да. Не дома. Малыш соскучился по игрушкам. На камере очень-очень классно смотрится. Очень красиво. Ну и не на камере, но и в жизни очень красиво смотрится.
Как вам? Напишите. Мы уже дома, я уже переоделась, вот так выгляжу сегодня, вот такой костюмчик у меня. И мы сели покушать, малыш у нас голенький, да? Голенький по дому бегает. Да, вот такие вот у меня изменения с волосами, мне очень нравится, я довольна. Сильно не изменилась, но есть, как так сказать, beach highlights. Очень нравится, очень классно. Смотрите, что я сейчас буду пробовать. Впервые в жизни я буду пробовать молодой кокос. Мне не нужно было на Айленды летать, чтобы это делать. Нашла в Крогере. Вот только трубочек нету у нас. Вот это дилемма. Надо будет сейчас его разрезать как-нибудь и достать. Говорят, что молодые кокосы внутри мягкие. Но сейчас посмотрим, какой он будет. Что, мы вскрыли кокос. Вот так это выглядит. По-другому никак. Он полный воды. И он такой вкусный. Вот это настоящий вкус кокоса. Все добавки, все баунти. Вот именно вот такой вкус имеет настоящий молодой кокос. Не то, что старый. Старый не то. Старый идет на стружку. 100%. Как тебе? Пипец, какая вкусная вода. Правда? Сладкая-сладкая. Вау. Да. Никогда еще не кушал, не пил такое. Да, старый кокос вообще не то. Да, человек потеряет свою. Ну да, они старые, твердые, и вода другая в них. А это прям аж ух. И в Крогере всегда есть, просто мы не замечали. Теперь будем брать. Тем более летом хочется такого холодного чего-то. Сидеть, так, кокос выглядит в разрезе. Смотрите, какой мягкий. Он гнется и очень легко чистится, очень. И не менее вкусный. Еще я купила с парикмахерской вот такой вот кулечек. Сейчас покажу вам его наполнение. Я собрала волосы. Вот так выглядят волосы в собранном состоянии. Камера сейчас не передает, потому что у меня очень темно. Солнце сейчас светит в другую половину дома, поэтому темновато. Но не в этом суть, а суть в том, что... Давайте же покажу вам. Это вот такой вот фиолетовый шампунь. Барселона Пульприот. Пульприот какой-то, вот. Это ультра стронг, прям такой фиолетовый шампунь, который прям действительно, если вы его передержите, то вы будете фиолетовые. Он очень сильный, она предупредила. Сказала, что вообще одна минута, 5 минут достаточно, и ей он очень нравится. А она имеет прям пепельный блонд, знаете, у нее прям седой блонд такой. Серебряный блонд, и она говорит, я только ими пользуюсь, и для твоих прядей обесцвеченных вот это самое то, чтобы не было желтизны. А для меня очень важно, потому что у меня родной пигмент в волосах имеет рыжий такой оттенок золотой, много золота в волосах, в общем. Поэтому мне хочется более холодный, скорее даже не мой оттенок имеет золото, а то, что на мне уже очень много всего на моей голове. И обесцвечивание, и окрашивание, и все это перемешивается и становится желтоватым. Но корни мои, которые отрастают, они такого серо-русого цвета, и поэтому я и хочу волосы более холодные, чтобы когда отрастают корни, не было сильно видна разница. В общем, вот этот шампунь я попробую, хотя первый раз уже пробовала в салоне, и скажу вам, да, действительно, я вижу разницу. У меня был опыт уже с блондом, и даже тот же Kérastase в крутом ультрамодном каком-то салоне, который мне делали балаяж полный на всю голову, не так снял желтизну, как вот этот шампунь. Не знаю, сколько он стоил, надо посмотреть в интернете, если он мне понравится, я буду заказывать. Но она сказала, так как твои волосы уже были много раз обесцвечены, то порекомендовала мне после этого шампуня использовать вот такой вот кондиционер. Он тоже имеет чуть-чуть фиолетового оттенка, если я не ошибаюсь. Сейчас даже вместе с вами. Нет, нет, просто это фирма вот такая вот в таком тюбике. Это фирма
Poriology Serious Color Care. То есть это забота о цвете, именно серьезная забота о цвете. И, так сказать, смягчает волосы. Я вообще как бы собираюсь пользоваться масками всякими для волос. И не на одном вот этом кондиционере волосы свои держать. У меня много есть разных средств, которые помогут мне привести волосы в порядок. Она мне сказала, что постарайся не мыть голову, чем больше, тем лучше, чтобы натуральный жир, который идет из пор, так сказать, увлажнил натуральным путем твои волосы, потому что они действительно пересушились, и даже пришлось чуть-чуть подстригать, но это буквально кончики чуть-чуть. Прям чуть-чуть, и вот здесь по краям, по лесенке моей еще давней. Я давно хотела это сделать, вот и повод. Вот так это выглядит в хвосте. Мне очень нравится результат, я довольна. Вот, концы, конечно, подсушились, волосы на ощупь, как после обесцвечивания. Но что поделать, я этого и ждала, я этого и хотела, поэтому... Больше будут поддаваться под всякие стайлинги, я смогу больше проходить с кудряшками, например, потому что волосы, когда мертвые и обезвоженные, то они легче поддаются всяким укладкам, и, конечно, на мою копну волос мне этого не хватало, сейчас мне с этим будет проще. В общем, да, малыш уснул, спит сейчас. Кстати, вот такими красками я уже не буду пользоваться, потому что нет смысла. Хотя, не знаю, кто его знает, может, Ира опять захочет экспериментов. Я ничего не говорю, и особенно никогда. Никогда не говори никогда, потому что это такое дело, такая вот женская логика бывает, что я никогда стараюсь не говорить никогда, потому что, ну, блин, мои волосы, я делаю с ними все, что хочу, и я очень довольна результатом. Вот вы видите, чуть-чуть хайлайтов, даже в собранном состоянии их не так заметно, но я очень-очень довольна. Любимый тоже оценил, сказал, очень круто и действительно то, что ты хотела. Это так. Кто там у нас такой пушистый на заднем дворе? Только что сидела на моем вазоне вот этом. Мутила что-то. Белочка. Красавица. Thank you.